Вы смотрите обзор товара Grundkewa Biotera универсальный, 40 литров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Назначение. Полностью готовый к применению грунт для выращивания овощных и цветочно-декоративных растений в открытом грунте. В качестве основной заправки гряд, клумб, альпийских горок и других цветников, и закрытом грунте, в теплице, зимнем саду, комнатном цветоводстве, посадке плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников. Проращивание семян, выращивание овощной и цветочной рассады, выгонки луковичных растений, мульчирование, укрытие, почвы под растениями, посадки, пересадки, подсыпки или смены верхнего слоя почвы у растущих растений. Состав. Смесь торфов различной степени разложения, биогумус, песок, гуминовое удобрение флоргумус, вермикулит, агроперлит, мука известковая, доломитовая. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.